Миллион тенге за новую идею. Молодых карагандинцев приглашают участвовать в международной молодежной выставке инновационных проектов. Две лучшие работы будут отмечены грантами Акима области. Экспо-кэмп «Караганды-2013» пройдет в шахтерской столице с 27 по 29 мая. В ней примут участие творческая и рабочая молодежь Казахстана, России, Кыргызстана и Финляндии. Здесь будут представлены инновационные проекты в сфере промышленности, энергетики и социального предпринимательства. Двух лучших молодых инноваторов из карагандинского региона отметят премией Акима области. По миллиону тенге каждому лауреату на подготовку проекта к выставке «Экспо-2017», которая пройдет в Астане. Организаторами выставки выступают Управление по вопросам молодежной политики, партия «Нур Отан», Ассоциация «Гражданский альянс области» и компания «Новое время». Конкурс будет проходить в три этапа. Первый этап уже начался, это подача заявок. Второй этап – это будет подготовка всех материалов к выставке. И третий этап – это непосредственно 27-29 будет вручен этот грант. Можно подать заявки будет на Гоголя 31, офис 204. Справки по телефону 400760 в будние дни, суббота, воскресенье, выходной, с 10 до 5 вечера.